причем на магнитофонной ленте. Так часто бывает, когда ожидаешь концерт чего-то такого, вау, приходишь и... Я думала, сейчас Бодров расскажет о Лене Кравице, который приезжал куда-то в Питер. Я думала, Бодров сейчас расскажет концерт о Лене Кравице. Но вот Гарик Сукачев, это просто тот концерт, от которого я не ожидал, и получилось просто что-то фееричное. Вот, друзья, вы можете тоже так звониться к нам в эфир 745-6565 и рассказать о том концерте, который реально произвел на вас неизгладимое впечатление. Может быть, вы там настолько оторвались, а может быть, вам наоборот было очень плохо от этой музыки, грохочущей, вот этой непонятной, на непонятном языке. Расскажите нам об этом. Конечно же, смс-ки можно отправлять на номер 5533 из заголовка «Краш». Пишите сюда. Может быть, это был какой-то очень закрытый камерный концерт, на который пригласили только вас, вашего молодого. Квартирник. Квартирник, да. Ну, такое же сейчас тоже очень бывает, очень даже в моде. Расскажите об этом. Конечно же, не забывайте о сайте вечер.европлюс.ру. Мы тоже ждем ваших горячих историй о самых горячих концертах в вашей жизни. Звони 745-6565. $50 for a t-shirt, that's just